Привет, ребята, 25.09 утро. Поставь лайк. Прямо сейчас поставь лайк. Так, все, дальше говорю. Поставь лайк, пожалуйста. Так, утро. Ну, холодно сегодня, прохладно, ребят. Поставь лайк. Прохладно. Начинаю кататься. Вчера был вторник. Вчера почти сделал 10 тысяч. Сегодня не буду вот так прям. Вот просто сейчас сяду и прям буду без остановки ездить, все. Не буду, как вчера, на 3 часа перерыв делать. Просто вот все подряд катаю и все, ребят. Заебался, сука, уже, ебаный в рот. Каждый день, блядь, пашешь. Все, я начинаю работать. Только время 8. Не спрашивайте, почему. Я встал рано, но там, короче, из-за собачки там я. Хотите работать в такси и ищете надежного партнера? Рекомендую Эксперт Парк, ведь они разработали универсальную программу Эксперт Парк 2.0 с самыми выгодными условиями на рынке для сотрудничества с Яндекс.Такси и Яндекс.Доставкой. С ними ваша деятельность будет законной. Компания легально работает более 8 лет. Став парковым самозанятым в Эксперт Парк, вы получите следующие преимущества. Комиссия на заказы всего 40 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков. Круглосуточная техподдержка и личный колл-центр. Бесплатно помогут получить разрешение и зарегистрироваться в реестре перевозчиков и многое другое. Ну а если вы хотите попробовать себя в доставке, вы также можете связаться с техподдержкой парка и получить лучшие условия сотрудничества. Выберите свой формат работы и подключитесь к эксперт-парку уже сегодня. Все контакты на экране и в описании. Работайте легально и зарабатывайте вместе с надежным партнером. Первый заказ 29 минут. Бонус 203 рубля. Блин, что так мало? Хули тут так мало? В центр привез. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Даже с линии не сходил там. Для улучшения качества обслуживания. Поставьте нам так заказов было очень мало. Чтоб хоть что-то накинул. Приехал, короче, за город. Ну, в Заречный почти, но тут какая-то база строительная. За 500 рублей приехал из центра сюда, подъезжаю. И прям отсюда же обратно в город пришел заказ на Набийскую. И он будет стоить 600, по-моему, с чем-то там сейчас. 665 рублей. Нихуя, блядь, вот это нахуй! 600 рублей, блядь! И сюда стоил 550. Короче, 1100 за час сейчас будет по зеленке. Сюда приехал, вообще без кайфа заказ был. И обратно сейчас еду без кайфа тоже. Так, полчаса, ну, 700 рублей почти. Спасибо за поездку. Из одного конца города в другой. Убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. И коэффициента нет, так что хорошо, что я этот заказ взял. Хорошо вообще, что за город выехал. И уже почти, сколько? Блин, не обновилось. Ну, короче, 2500 уже должно быть сейчас. Так, все, сейчас поел. Блин, жарко еще, кофту снял, что все равно как-то, не знаю, что-то жарко или холодно, что-то непонятно вообще, какая-то погода непонятная. Так, все, вот сейчас кофе выпью, прям за 5 минут, и все, и на линию сразу, чтобы, как вчера, не было такого, что я на 3 часа проебался. Все, ребят, короче, смотрите, рядом X7 стоит, у него колеса на уровне окна Гранты. Кто хотел бы такую тачку, лайк. Диски не стерлись, да, еще? У меня диск стоил 4000, две штуки тормозной. Сколько тут, интересно, стоит один? У кого X7 BMW, напишите. Интересно просто, к чему готовятся нам. Муку возим. Мука возим. Где? О, появился. Плюс 40, но это не в Пензе, это где-то в области. Среда сегодня что-то хуже, чем вторник. Что-то странно. Пипец, уже заказывать что-то вообще нету. Блин, когда вот так сидишь, настрой сбивается. Вот кайф появился тут, где всякие заводы, базы. Сейчас, походу, смена кончилась там, да, на заводе? А, нет, еще рано. Почему там кайф? И заказов нет. Блин, когда вот сидишь так уже, прям настрой сбивается. Сейчас, короче, весь день смотрю с Арсеном Маркаряном подкаст. Что-то мне попадались обзоры на него, то, что его там обсирают, все, что он сумасшедший. А я что-то вообще не смотрел его. Я включил, вроде он же нормальный или нет? Он же вроде нормальный. Нормальные вещи говорит. Или нет, ребят? Кто вообще знает, кто это такой? По-любому кто-то знает. Согласны с ним или нет? Что-то слушаю, откуда он же правильно все говорит.
Не знаю, блин, вот сейчас еще минут 15 так сижу. Ну, сейчас что-нибудь должно дать. Уже прям настрой, все, настрой падает. Плюс 50, приоритет. И вот кто говорит, почему звук плохой? Потому что иногда я забываю, короче, выключить наушники, и звук через наушники записывает. Или иногда окно, короче, открыто, и там вот ветер всякий, там машины. О, звук у нас плюс 10. И вот из-за этого звук может плохо быть, потому что я на ходу снимаю. Потому что я каждый день видосы почти делаю, ребят. Я работаю на качество. О, щелкнуло. Газ работает. Я теперь так определяю. Так, русское радио включено. Вот. Я работаю на количество, ребят. А не на качество. Мне так больше нравится. Когда вот сейчас плохой звук будет. Потому что когда я сижу вот так, как сейчас, то... У меня, короче, неохота уже работать. Я могу только без остановки, короче, кататься. Артур Пирожков, поставьте лайк. Все, я поехал на заказ. Так, муку навозили уже на 4500. Блин, все время кто тоже вот по привычке, по старой, вот так нажимает сюда. Хочет деньги посмотреть, а деньги не тут теперь. Они теперь тут, пипец. Без кэфа ввожу заказы, короче. Вон гранту рисуют мою. Кому продать рисунок потом? Сейчас надо рисует. Ксон объявляю, рисунок моей гранты. Так, лужи начались у нас. Аттракцион неслыханной щедрости начался. Сейчас смотри, какой заказ приходил. 4.56. Я его отменил просто, в архив его заскринил. И вот сейчас из лужи взял, блин, почему он не переходит назад. И сейчас взял, короче, плюс 90 из лужи. И вот еду на него. Так, пипец, блин. Даже с линии не сходил, потому что что-то заказы фигово дает. Сейчас вышел, там, короче, помог. Ну, надо было коробки там выгрузить. Ну, там, женщине пофиг. Не стрёмно, это не стрёмно. И заказ дали, блин, я не успел взять. Это я из лужи привез сюда. Там вообще все красное, пипец. Короче, пробки жесткие. Ну, я объехал пробку. Я вообще ни разу не стоял. Кому надо гайд, как попасть на ГПЗ без пробок? Хотя, нет, я не скажу. И, короче, 6200 есть. Заказов нет, пипец. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. 8 минут. Да блин, да быстрее говори. Поставьте нам оценку в приложении. Ой, я глушу почти. За 8 минут привез КПЗ в центр. Брат, кто-то там писал, типа... Звук Алисы. Вот мне на него вообще пофиг, кстати. Я все время забываю, куда ты выезжаешь. Вообще, что, с ума сошел? Мне вот на него вообще пофиг, я к нему привык вообще. Я даже не замечаю его. Вот только когда перебиваю, вспоминаю, что нужно выключить. Сейчас зайду в меню, вырублю его. Что так близко, вот так лучше, да? Блин, надо помыть стекло. Вот, да, 89, принять. 120 кэп, далеко будет. Все, я поехал опять. Заказом. Тут сплошную сделали около Сан-Марта. Ладно, скоро увидимся. Так, из лужи заказ. 9 минут, 3 сотки. Бонус. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Блин, сейчас выключу, я просто забыл по стол заказа. И вот 190 дали заказ. Хорошо, что я приехал сюда. Сейчас посмотрим, куда. Уже почти 7 колов у меня есть. И время 7. Вот здесь он? Вот, напротив, вот там с вашей стороны гаражи, да? Гаражи вот справа. С моей стороны, да? Да. Тогда вот, вот к этим воротам. Тут? Ну, наверное, просто где-то гривы, сейчас я выйду. Так, дорога с этой стороны, да? А вы не видите, что ли, вообще? Я говорю, у меня зрение, я почти ничего не вижу. А, ну давайте я проведу остальное. Ну, если можно, до калитки проводить. Да, давайте. Сейчас я машину поставлю. А, вот, да, дорога с вашей стороны. Дорога будет. Сейчас. Сейчас сам открою. Я выхожу? Или... Да, да, тут да. С дорогой я никого не задену. Сейчас я открою. Вот
всего довел без... Я даже не понял сразу, в чем прикол. Он вообще ничего не видит. Жесть вообще. У меня зрение вообще офигенное. Даже не могу представить, как это вообще, когда ничего не видишь. Так, 580 рублей 26 минут. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. И прикиньте, у него даже заказ был не вот это там, типа, как там пишут, то, что слабовидящий, там что-то нужна помощь, короче, что-то все. Его в машину посадили, я даже не знал то, что он такой, мужик. Он вообще молчал. Там же есть, как там, помощь, вот этот тариф помощь. Заказал был, я такие заказы беру тоже, только не часто, то есть мне вообще редко приходят. Я беру, мне пофиг. Что-то Арсен Маркарян, что-то я смотрел весь день, что-то... Не все так однозначно, ребят. Что-то, не знаю, надо разбираться дальше. Напишите, кто его изучил. Нормальный он или нет, не могу понять. Что-то вроде нормальный, а вроде нет. Что-то некоторые вещи, я не согласен с некоторыми вещами. Кэфа нет, блять, сука. Кэфа нет. Все, поехали дальше. Так. 17 км заказ, прикиньте, 400 рублей. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. И следующий заказ для тоже без кэпа. Поставьте нам оценку в приложении. Позор, позор. Позоримся, ездим, да, ребят? Лайк за поставь, позорись, поставьте. Муку. Муку мешу. А что у нас там в барсетке уже у нас? В нашей виртуальной барсетке уже 7800, ребят. 6 минут. 160 или сколько, 150 рублей. Спасибо за поездку. Заткнись, закрой рот. Закрой рот свой. Такую ебалу вожу, шо? Пиздец. 7. Короче, 30 заказов сейчас и 7900. Что делать? Наверное, надо закрывать смену, да, ребята, или рано еще. Смену скоро кончается. 7930 заказов. А золото я набрал. О, все, золото я набрал. Я могу вообще больше не работать до конца месяца. Может быть, так и сделать. Блин, заправка. Что-то там, короче, в нее газ заливают. Короче, кончился газ. Там приехала тут цистерна заливать. Придется утром заправляться. Все. Вот не пицца, а шаурма сегодня. Потому что все уже закрыто. Ровно 9 вечера. Не, хотя открыто, но вообще неохота в пизду. Шаурма нормальная. Давно шаурму не ел. Все, ребят, до завтра. 8 тысяч вышло. Пробег 285 уже. Но это уже порожняк сейчас. Сейчас уже порожняк катаю. Просто без работы. Короче, 7 тысяч сегодня вышло. Утренние лужи я проебал. А так было бы больше. Все, до завтра. Всем до завтра, ребята. Я пошел стричься. Ладно, шучу, я не буду стричься. Пока что. Пока не хочу. Пока не накопил. Все, до завтра.